Всем привет! Сегодня готовим мясной пирог или большую мясную котлету. Такое блюдо я обычно готовлю, когда нужно приготовить что-то из мяса и некогда стоять у плиты. Вкусно, просто и быстро. Можно приготовить на праздник или на обычный обед или ужин. 900 граммов фарша выкладываю в миску. У меня сегодня фарш из индейки, подойдет и из курицы. К фаршу добавляю 200 мл сливок. Сливки подойдут любой жирности или можно заменить на сметану. Добавляю белки от яиц, 2 чайные ложки горчицы, соль и перец по вкусу. И пробиваю все блендером до однородной массы. Нарезаю небольшой пучок зеленого лука и добавляю к фаршу. Форму смазываю растительным маслом, я взяла обычную сковородку со съемной ручкой. Выкладываю фарш и равняю. Мне удобно сделать это лопаткой. Накрываю форму фольгой и отправляю в духовку. Запекаю 25 минут при температуре 180 градусов. Спустя время достаю пирог из духовки и сливаю образовавшийся сок. Затем на крупной терке натираю 100 граммов твердого сыра. Сыр можно взять любой на ваш вкус. Посыпаю сверху котлету натертым сыром. И ставлю в духовку еще минут на 5, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Подаю пирог с пылу с жару. Нарезаю порционно и подаю с любым гарниром или овощным салатом. Пирог получается очень сочный, аппетитный и очень вкусный. Отлично заменит любые котлеты. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.